Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков еще не подписал распоряжение о проведении во вторник неочередного заседания парламента. Об этом, как передает корреспондент, цензур нет, он сказал на брифинге в пятницу. Я бы советовал депутатам не бежать впереди паровоза. Если серьезно? Нет, не подписал, сказал Разумков и добавил, что подписывает распоряжение после того, как депутаты подают ему надлежащим образом оформленные документы. По словам спикера, пока ему такое заявление не поступало. В то же время он согласился с тем, что вопрос, который необходимо решить, заблокированный законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Он пояснил, что из-за зарегистрированных постановлений об отмене голосования за законы, которые продолжают судебную реформу, он и их не может подписать и направить на подпись президенту. В свою очередь, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что во вторник состоится внеочередное заседание Верховной Рады. По его словам, будут рассматривать вопросы, касающие реформы правосудия. Все люди видели, что Юлия Владимировна блокирует реформу правосудия. Фактически, она подает сигнал обществу, что ее устраивает судебная система в Украине, в то время как каждый второй гражданин Украины говорит о том, что не доверяет судебной системе. С помощью постановления она заблокировала процесс, из-за чего эти законы нельзя подписать сейчас. Поэтому мы собираемся во вторник. Нужно фактически провалить эти постановления, пояснил глава фракции «Слуга народа». Он также рассказал, что к августу больше не планируется проведение внеочередных заседаний Верховной Рады, а депутаты соберутся уже 23 и 24 августа.